Первые номера пятизвездочной гостиницы «Лоты» будут готовы уже в июне. Две комнаты с полной внутренней отделкой покажут в качестве примера. Подрядчики говорят, комфортному отдыху постояльцев ничто не помешает. Особенность этих номеров состоит в том, что здесь по звукоизоляции достигается до 62 дБ. То есть практически в соседнем номере ничего слышно не будет, что происходит здесь. Гостиничные номера будут занимать 10 этажей, а на первых четырех этажах расположатся рестораны, конференц-залы, банки и торговые помещения. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы по утеплению и отделке фасада, монтажу витражей и оконных конструкций. Главная сложность возникает из-за близкого расположения стройки к другим домам и улицам. Интересно, самая большая сложность – стесненность территории. Вот. В связи с этим, как говорится, много людей не развернутся на пятачке. И организация работ – это, ставится на первое место. Генподрядчик в ближайшее время приступит к производству работ по инженерии и внутренней отделке помещений. Строят круглосуточно, но жителям соседних домов ночью не мешают. У нас, согласно ППР, проведено ряд шумозащитных мероприятий. Необходимый минимум мы сделали. Работы ведутся круглосуточно, выходные и праздничные дни. Вот. То есть поток настроен так, чтобы работы не прекращались, ни на минуту. На объекте работают до 220 человек. Подрядчики обещают, что свои двери для постояльцев первая в Самаре пятизвездочная гостиница откроет в декабре 2017 года. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.